Многие родители пропустили вакцинацию детей, потому что обоснованно боялись идти в поликлинику, чтобы не заразиться ковидом. Очень просим летом сейчас организоваться и провакцинировать детей от полио. Первые две дозы ИПВ, дальше идут дозы ОПВ. Проверьте, пожалуйста, со своим доктором, со своим педиатром, либо семейным врачом, каких именно доз вакцины от полио вам не хватает, и сделайте это как можно скорее, потому что вспышка полио была в Украине достаточно недавно, и есть угроза следующей вспышки полио.